Добрый день, дорогие друзья. Немного пройдемся по настройкам LiveSight датчика. Вот для того, чтобы он появился на экране, иконка, нужно зайти, скажем так, здесь настройки. И вот в этом подпункте нужно активизировать. Он работает в двух режимах, в боковом и в нижнем. Их нужно включить. После этого у нас на экране появится и боковое, и нижнее. Так, заходим в боковой. Так это выглядит на экране. Можно пройтись чуть-чуть по настройкам. Тут разные палеты можно выбрать. Вот эти все символы этой рыбки. Так он показывает в разных режимах. Можно менять чувствительность. Оптимальная где-то так. Здесь можно менять расстояние. Вот эту верхнюю шкалу. Здесь глубину менять. Вот. Для того, чтобы включить нижний режим, пишет, что источника нету. Нужно зайти в Sonar, LiveSight инсталляция. Здесь выбрать не боковое, а нижнее. Сохраняем. Еще раз заходим. После этого он меняет режим с бокового на нижний. Тебе он показывает низ, но у меня датчик стоит как боковой, я его не буду переставлять сейчас, поэтому он так показывает непонятно. Возвращаем назад настройки. Боковой сохраняем. Входим. Вот. Вот так он показывает. Можем попробовать покрутить. Получается, что вот это мы упираемся в бровку лучом. Это что касается настроек. Так, еще один момент в настройках. Для того, чтобы он работал, нужно идти в обычный сонар. И здесь есть каналы. Это зависит от того, куда он у нас сзади подключен. Он обычно подключается к первому каналу. Здесь должна быть единичка. Если мы подключаем второй канал, у нас работает стационарный датчик от прибора. Он ничего не будет показывать. Нам нужно переключить на первый канал, где у нас подключен LiveSight датчик. Так. Надеюсь, видео было полезным. Спасибо за внимание. До встречи на воде.